В Сочи парки проводили зиму масленичными гуляниями, в ходе которых был установлен рекорд – самый большой логотип из блинов с начинкой в России. Рекорд был установлен при участии гостей парка и при поддержке сети блинных «Вкуснолюбов». 40 специалистов пекли блины для рекорда на протяжении 2 часов. Общий вес блинов составил 170 килограммов. Для изготовления клубнично-вишневой начинки понадобился почти центнер ягод. Виртуозное мастерство проявили блинопеки при выпечке блинов 8 фирменных цветов Сочи парка и выкладки из них букв сложной конфигурации. Сразу после того, как рекорд был зафиксирован официальным представителем Книги рекордов России и присутствующими журналистами, блинный логотип был разобран для угощения гостей. Посетители парка съели 1500 вкусных блинов за 20 минут.